Воспитанники чувашских спортшкол достойно выступили на летней универсиаде. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись гимнасты Кирилл Прокопьев и Дарья Спиридонова. А Владислав Полешов стал серебряным призером. Целые сутки в пути на самолетах и 12 часов в вагоне поезда, чтобы увидеться с родными. После долгого переезда из Тайбэя в Чебоксары неделя на отдых до следующих сборов. Владиславу предстоит подготовка к чемпионату мира. Спортсмен говорит, что учел все ошибки, допущенные на универсиаде. Шансы завоевать золотую медаль были. На перекладине вот не удалось мне золото получить. В квалификации я выполнил всю сложность, которую хотел. А в финале, наверное, что-то запереживался и не сделал всю трудность. И мне не хватило меньше, чем 1/10. А из базы у меня, получается, убралось 0,5 балла. Чувашский спортсмен завоевал бронзу в командном многоборье и серебряную медаль в упражнениях на перекладине. Владиславу удалось обойти серьезных соперников. Соперники были те, которые на Олимпийских играх были участники. Да и не только участники, а призеры и олимпийские чемпионы. Судейство такое, что чуть-чуть где-то ошибаешься и немножко прижимать начинает. Любая медаль – это успех, я считаю. Какая бы она ни была, она все равно кропотливая и тяжелая. На универсиаде в городе Тайбэй отличились и другие воспитанники чебоксарской спортшколы. Золотую медаль в вольных упражнениях завоевал Кирилл Прокопьев, лучший друг Владислава. Обоих спортсменов еще в детские годы начинала тренировать Ирина Рудяну. Говорят, что ребята стали для нее родными. Знаете, вот этот Владик был, он такой был тихий, он с него слова даже не вытянешь. И когда у него что-то не получается, он себя плакал. Я говорю: «Владик, ты что плачешь? У меня не получается». Я говорю: «Ну, получится, ну и что, что не получается?» Проходит много лет, и смотрю, Владик все растет и растет в гимнастике, серьезнее становится он как-то. И Кирилл, а Кирилл Прокопьев, он тоже сам по себе, такой другой мальчик, конечно, по характеру. Он более такой вот, веселее Владика был. Победителем студенческого мирового турнира стала и воспитанница Новочебоксарской спортшколы Дарья Спиридонова. В индивидуальных упражнениях на брусьях девушки не было равных. Золотой медалью гимнастку поздравил и президент страны. Вообще Чувашская республика по спортивной гимнастике, я считаю, гремит. Еще одна золотая медаль досталась представительнице Алаторской спортшколы. Евгения Шелгунова поднялась на верхнюю ступень пьедестала в составе российской команды. Это здорово. Мы говорим: спортивная Чувашия, спортивная Россия. Так держать. Поэтому выражаем слова благодарности всем тем, кто воспитывал этих детей. Вот так надо держать, Сергей Сильвестрович, и воспитывать достойных уроженцев, чтобы, участвуя в сборной команде Российской Федерации, защищали честь нашей любимой Российской Федерации. Всемирная универсиада для спортсменов – промежуточные старты. Теперь все они готовятся к мировым первенствам. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев. Республика.